В эти дни мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Самыми популярными городами среди путешественников в 2015-м стали Москва, Петербург, Сочи, Казань и Краснодар. Таковы данные портала Travel.ru. Рейтинг составлен на основе статистики о бронировании гостиниц. Из-за слабеющего рубля, терактов в Египте и Европе, ухудшения отношений с Турцией россияне стали реже ездить за рубеж. Однако рост внутреннего туризма пока ожиданий не оправдал и, по данным Ассоциации туроператоров, составил 10%. А портал National Geographic опубликовал список лучших по версии редакции фото, которые путешественники сделали в минувшем году по всему миру. Ночная рыбалка в Японии, заснеженный Берн, аллигатор в мутных водах в штате Флорида, антарктический ледник, национальный парк в Чили и замерзшее озеро Байкал.